6 лет в эфире, мы вновь с вами, друзья. Неделя спорта в эфире. Здравствуйте, в студии Роман Полинсков, как обычно в это время на телеканале Универ ТВ. И в ближайшее время я и мои коллеги расскажем тебе о самом интересном из мира студенческого и российского спорта. Сейчас коротко о том, что ждет тебя сегодня в программе. Студенческая гандбольная лига. Сборная КФУ встречается против архитектурно-строительного университета. Спартакиада студентов и аспирантов КФУ. Настольный теннис и шахматы. Обзоры матча Акбарса от Амира Сабирова. Праздничный выпуск, как и обычный, мы начинаем с обзора от Амира Сабирова. Первая лига у нас ушла на перерыв, поэтому все наше внимание приковано к казанскому Акбарсу. Далее о играх этой команды в континентальной хоккейной лиге. Смотрим в обзоре, как всегда. Всем привет, студия Амир Сабиров. Казанский футбол на паузе, значит, будем говорить только о хоккее. Акбарс 30 ноября в домашнем матче с Новосибирской Сибирью потерпел разгромное поражение. В первом периоде была ничья 1-1, а вот дальше гости потихоньку забирали инициативу в свои руки. 0-2 во втором отрезке. Тейлор Бек и Владимир Бутузов сказали свое слово. 1-3, Мифтахов занял ворота Казани. В третьем отрезке Сибирь поставила точку тремя шайбами. Дмитрий Овчинников, Максим Чайковский и Никита Сидиков записали на свой счет голы. Акбар с шайбами Галиева и Воронкова сделал попытку вернуться в игру, но отставание слишком большое, 3-6 за новосибирцами. Через один день Казань принимала ярославский «Локомотив». Вывел вперед хозяев молодой защитник Никита Евсеев. Далее во втором периоде на второй минуте ярославцы сравняли в большинстве. Ильенко отличился. На пятой Артем Галимов опять вывел казанцев вперед. 2-1. В завершающем отрезке команды обменялись голами. Две реализации большинства. Первая за Шипачевым, вторая за Сергеевым. Самое интересное было после матча. Отставка Олега Знарка. Нечастый случай, когда тренер покинул команду после победы. После 36 матчей Акбар занимает 7-ю строчку в таблице Восточной конференции. В руководстве клуба поняли, что команде нужны изменения. Временно исполняющим обязанности главного тренера стал Юрий Бабенко, а его советником стал никто иной, как Зинутулла Белединов. Первый матч с новым тренерским тандемом получился огненным. В соперниках – московская «Динамо». Сначала на второй минуте второго периода отличился Дмитрий Воронков. Далее динамовцы забили и в меньшинстве, и в большинстве. 1-2. За 50 секунд до конца матча в формате 6-3 Вячеслав Воинов поразил ворота щелчком. Овертайм, и барсы вырвали победу щелчком уже Станислава Галиева. Что ж, очень интересные события на этой неделе. Далее, мы уверены, будет еще интересней. С вами был Амир Сабиров. Пока-пока. Далее на очереди чемпионат Ассоциации студенческого баскетбола в дивизионе Республика Татарстан. На предыдущей неделе сборная Казанского федерального университета успела провести сразу три матча. 29 ноября в гости приезжали сборные КНИТУ КТК. Оба матча остались за гостями. Женщины сыграли со счетом 32-83, мужчины 66-63. А в субботу, 3 декабря, болельщики увидели дерби КФУ. Казанская команда оказалась сильнее в этом противостоянии – 99-44. В турнирных таблицах расклад следующий. Среди женщин первую строчку занимает КНИТУ КТК – 12 очков. Второе и третье место заняли сборные КАИ и КФУ, у них по 9 очков. Четвертыми идут баскетболистки из Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма – 8 очков. В мужском чемпионате первые баскетболисты КНИТУ – 8 очков. На втором месте Энергоуниверситет, третье и четвертое место. За Университетом спорта и КНИТУ КТК – 5 очков у каждого. Сборная КФУ на пятой строчке – 4 очка. Далее у нас на очереди студенческая гандбольная лига. Свой первый матч сборная Казанского федерального университета в центре грибных видов спорта провела против сборной Казанского государственного архитектурно-строительного университета. На матче побывал наш корреспондент Вадим Выборнов, и все подробности далее в сюжете. 29 ноября прошла встреча команд КФУ и КГСУ по гандболу. Напряженная игра началась с первых минут. На второй минуте КГСУ открыл счет, однако их сразу нагнали федералы. Такая тенденция сохранялась всю первую половину. Команды шли ровно, но на 12-й минуте игрок Казанского федерального Лоидора Луиш забил гол, тем самым создал отрыв для своей команды. Федералы не расслаблялись и приумножили свое преимущество благодаря слаженной игре и быстрым контратакам. Все это помогло игрокам КФУ создать отрыв в 4 очка, которые они смогли удержать до конца первого периода. 14-18. Вторая половина была менее насыщенной. Игроки КГСУ предприняли попытку нагнать соперника.
Благодаря серии быстрых атак у них получилось заработать 2 очка, однако КФУ перегруппировались и смогли отбить натиск противника. Далее игра продвигалась по схожему с первой половиной сценарию. КФУ также удерживали преимущество в 4 очка до самого конца. Итоговый счет 26-30. Вадим Выборнов, Екатерина Буранова. Неделя спорта. Переходим к локальным темам. Поговорим о спартакиаде среди студентов и аспирантов Казанского федерального университета. На этой неделе сразу в двух дисциплинах были разыграны комплекты наград, а именно в шахматах и настольном теннисе. Наши съемочные группы, разумеется, на турниры отправились и прямо сейчас в своих материалах расскажут обо всем самом интересном. Интеллект и скорость – вот что нужно для хороших результатов в шахматах и настольном теннисе. Минувшие выходные в Униксе было по-настоящему интересно. 4 декабря в шахматном турнире за звание сильнейшего боролись 18 институтов. Было сыграно порядка 100 партий по 7 минут в формате личных соревнований. Результаты каждого игрока повлияли на общий командный счет. В финальном интеллектуальном поединке встретились представители юридического факультета и Института управления экономики и финансов. Ходы были непредвиденными, ритм игры постоянно менялся, атмосфера накалялась. Ближе к концу турнира появились определенные победители, лидеры, которые хорошо играют. Я думаю, это пожелать им только успехов в дальнейшей работе. С небольшим отрывом второе место завоевал Институт экономики, управления и финансов, а третье место досталось Инженерному институту. Параллельно шахматным матчам проходили соревнования по настольному теннису. Как отметили организаторы, особого интереса соревнованиям добавили первокурсники, которых в этом году намного больше, чем в предыдущем. Многие из них давно занимались теннисом и уже имеют спортивные разряды. Ну, уровень подготовки повысился. У нас много хороших спортсменов поступило. Мастера спорта, в том числе и кандидат мастера спорта. Ну и перворазрядники. В полуфинале со счетом 3-2 путевку в финал забрали себе представители Института информационных технологий и интеллектуальных систем, обыграв Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций. В финале сразились команды Института информационных технологий и интеллектуальных систем и Институт международных отношений. ИМО забирает кубок спартакиады по настольному теннису, разобравшись на трех столах из четырех над ИТИСом. Екатерина Торопова, Ангелина Васильева, Елизавета Мальцева. Неделя спорта. Ну а теперь главное событие Казанского федерального. Кубок университета 2022. В первом полуфинале встречалась сборная Института фундаментальной медицины и биологии против юридического факультета. В первой половине встречи лидерство неожиданно для всех забрал ИФМИП. К перерыву они вели в матче со счетом 3-1. Все поменялось во втором тайме. В основном благодаря усилиям Воронова и Избасарова юрфак сначала сравнял счет, а затем оторвался вперед. Биологи догнать соперника не успели. Итоговый счет 6-4, юрфак в финале. Второй полуфиналист Кубка университета определится уже 7 декабря. На площадке встретятся сборная Набережно-Челнинского института против Института физики. Начало матча в 19:10. Подключайся к нашему прямому эфиру и болей за свою любимую команду. От Кубка университета переходим к не менее масштабному событию – чемпионат мира по футболу. И обсуждать мы его будем с нашим другом, с нашим коллегой Игорь Белоногов, футбольный эксперт, детский тренер. Правильно же, да? Абсолютно верно. Игорь, тебе привет, с праздником, поздравляю с 6-летием программы «Неделя спорта». Привет, Ром, спасибо большое, вас тоже с таким знаменательным событием, юбилей, 6 лет, все такое. Да. Чемпионат мира, конечно же, меркнет по сравнению с Кубком КФУ и с тем, что нам сегодня 6 лет, но надо обсудить, это же мировые тренды. 1/8 финала уже сегодня закончится, для Ютуба у нас программа выйдет как раз-таки перед первым матчем, в эфире зрители его уже увидят, когда конец первого тайма будет во второй встрече в 22:00. В целом, давай сначала, по чемпионату мира. Что тебя удивило, что не удивило, что было похоже на то, что было в России, в Бразилии, в ЮАР, в Германии, в Мексике 70-х, например? О, ну вот это да, так с этого и хотелось бы начать. Но нет, ну что обычно на футбольном чемпионате удивляет? Какие-то сенсации в плане не выхода команд, от которых ты ждал чего-то большего. Ну вот, наверное, это. То есть бельгийцы, которые провалились, все свое золотое поколение окончательно, они в трубу, в мусорное ведро можно выбрасывать, наверное. Мексика? Мексика, датчане очень неприятно удивили. Одно очко всего набрали за весь групповой этап. Что там еще? Германия. Германия.
Но это уже какая-то тенденция, знаешь, два чемпионата подряд. То есть, понятно, была еще же вот такая тенденция, когда чемпион мира на следующем чемпионате вообще не выходит из группы. Да, здесь это проклятие. Здесь это вот снялось. Это вторая команда после Бразилии, кто смогли повторить. Да, да, вот французы как раз. А немцы, ну, кто-то говорит, что они увлеклись акциями политическими и чуть-чуть забыли про футбол. Может быть и так, но это тоже, в общем-то, сенсация. Но два чемпионата подряд, это уже, наверное, такая больше тенденция даже. Ну, то, что немцы отвлекаются на все остальное, кроме того, что нужно жизни государства, например, либо футбол на чемпионате мира, это мы уже привыкли. Шольцу передаем привет. Давай по 1/8 финала. Уже практически все матчи сыграны. Осталось только две встречи. Нидерланды, США, Аргентина, Австралия, Франция, Польша, Англия, Сенегал, Япония, Хорватия, Бразилия, Южная Корея уже сыграли. 1/4 финала практически сформировалась. Сегодня остается только Марокко, Испания, Португалия, Швейцария. Про Марокко давай поговорим. Угу. Никто не ожидал, наверное, эту сборную увидеть в 1/8. Пожалуй, и да. Глядя на их игру в групповом этапе, и вспоминая, как испанцы играют в 1/8 финала, угу. Я не знаю, может, у них там Акинфенва какой-нибудь там марокканский есть. Ну, был в другой африканской стране, конечно, Акинфенва великий. Ты намекаешь на то, что испанцы опять вылетят. А почему нет? Почему нет? Согласен, в общем-то. Тем более у Марокко, ну, все говорят, что да, сенсация, но у них в целом неплохой состав. У них даже есть как бы звезды европейского футбола. Ну, Хаким Зиеш, в конце-то концов, игрок Челси. Так что это вполне себе боевая команда. Вот. Так а что... испанцы как себя чувствуют? Это вроде бы пока хорошо, как будто бы, да? Ну, я не знаю, я вот смотрю на Испанию, я не могу сказать с уверенностью, то, что они заберут чемпионат мира, чемпионат Европы, как это было в 10-х годах. А здесь, кстати, никто Испанию-то и не рассматривает как фаворита главного. Ну, как обычно, в числе, да, но главного нет. Поэтому, да, они катают мячик там по 70% владения, но это вот как было 4 года назад. До первой автобусной остановки в лице сборной России. Здесь, если так же будет, то вполне себе испанцы могут и проиграть, и да. Вылететь. А по поводу следующего матча, который 22:00 будет, Португалия-Швейцария, тоже достаточно интересное противостояние. Португалию ждут в финале против сборной Аргентины, mm-hmm. И тут еще интерес подогревает испанская марка, которая пишет то, что Криштиану Роналду у нас в Аль-Наср собрался. А, в Саудовскую Аравию. Да, 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 да. Читал вот тоже. К этому матчу будет какой-то ажиотаж, что Криш после чемпионата мира не вернется уже точно в Манчестер, а поедет с аудитом? Должен быть, очевидно, это же Криштиану Роналду. Но это вот для меня лично, это ажиотаж такой со знаком минус, это уже, как по мне, закат полнейший для великого игрока, который выбрал уже деньги. Сколько ему там? 200 миллионов в год обещают, по-моему, платить в этой Саудовской Аравии. Вот. Ну, то, что матч будет интересным, это 100%. Потому что вот как раз здесь для меня нет фаворита явного. Понятно, на бумаге это Португалия по составу, но швейцарцы — это команда хорошая. Они 4 года назад это доказали. И сейчас тоже вполне могут. Давай коротенечко-то по 1/4. Хорватия, Бразилия. Кто? Бразилия, конечно. Нидерланды, Аргентина. Ух ты! Это сложно. Опять Классен, как в матче против Сенегала, выйдет в конце и головой забьет. Вот тут начинается, конечно. Ну, как будто бы Аргентина должна. Как будто бы. Вот они, бразильцы, даже несмотря на Саудовскую Аравию, вот это вот в первом туре, аргентинцы выглядят мощно. Аргентина. Аргентина. Англия, Франция. Классическое противостояние. Классичнее не бывает. Вот вообще не знаю. Ну... Если судить по групповому этапу и по первым матчам в плей-офф, Франция. Все-таки Мбаппе, он, кажется, набирает обороты в плей-офф. Думаю, Франция. Хорошо. Сбудется или нет, посмотрим. А у нас в студии был Игорь Белоногов, футбольный эксперт, детский тренер по футболу. Игорь, большое спасибо, что пришел. Спасибо. Еще обязательно встретимся и обсудим финал чемпионата мира по футболу. Все, договорились. Ну и на этом все. Вот такая у нас выдалась неделя спорта. Что будет дальше, посмотрим. На протяжении 6 лет мы вместе с вами и будем продолжать вас радовать новостями из мира студенческого и всероссийского спорта. Счастливо, до новых встреч, с праздником!